Всем большой привет, мои дорогие друзья! Я вас очень рада видеть на своем канале. И сегодня вместе с вами пойдем в магазин низких цен, в светофор, посмотрим, что здесь нового, что интересного, что актуального есть сейчас в продаже. Это город Курск, улица Карла Маркса. Всем желаю приятного просмотра. Предлагаю сегодня начать с посуды. Давайте посмотрим, что здесь есть в продаже на данный момент. Во-первых, это банка для сыпучих. Она стеклянная, крышка, которая закручивается на 880 мл. И производитель Россия. В принципе, баночки одинаковые, но можно вот по фактуре их немножечко выбрать разные. Я думаю, что вам видно, да? И крышки сейчас здесь продаются в двух цветах. Также есть форма для запекания. Конечно, она из бора силикатного стекла, она жаропрочная, 450 рублей, производитель Россия. Форма большая, на 3,6 литров, хорошая форма, поэтому можете смело покупать, служит хорошо и долго. Так, есть сейчас в продаже у нас еще белые, вот такие вот классические чашечки, они небольшие, 77 рублей из опалового стекла. Это производитель Китай. Вот такие тарелки, тоже производитель Китай, 74 рубля на 670 мл, 15 сантиметров. Рядышком у нас немножечко другой цвет, а так, в принципе, такая же тарелка. И вот такие вот тоже уже редко как-то встречаются, то ли их не завозят. И они еще есть красные. Такие здесь стоят сейчас по 63 рубля, 19 сантиметров в диаметре. Так. Друзья мои, что тут дальше у нас с вами? Салатник из опалового стекла. Кстати, знаете, очень вместимый, такой лаконичный. По 102, да, он. Китай. Идем с вами дальше. Еще есть из этой серии глубокие тарелки, 79 рублей. Классика, минимализм в этой серии точно присутствует. А также здесь сейчас можно купить вот такой вот казан. Казан продается сразу с крышкой. Это алюминий. 1075 рублей. 8-литровый. Прям большой, объемный. Еще из посуды здесь у нас есть подносы с вкладышем, сушилкой. Стоит бюджетно. Поднос большой. 183 рубля. Это производитель Россия. Сейчас есть в продаже модули сменные, фильтрующие, которые вставляются, помните, в кувшин, который тоже здесь продается, но сейчас именно в этом магазине его не вижу. 198 рублей. Далее ведра по 79 рублей. Это, кстати, пластик пищевой. Ведро каждое на 7 литров. Цвет симпатичный, такой мятный. Набор разделочных досок. В наборе в каждом их по 2. 106 рублей. Еще и форму можно выбрать. И овальная есть, и прямоугольная. Еще и вот такая вот с ручкой, с другой немножечко. Это у нас, кстати, фанера. Производитель Россия. Вы очень часто меня в комментариях спрашиваете, какой все-таки гель для стирки я нашла для себя и каким пользуюсь дома. Знаете, что перепробовала я очень многие, в светофоре так вообще все покупала. И знаете, все было не то. Какой-то не вымывается из ткани, какой-то не отстирывает пятна. Поэтому я для себя нашла идеальный, поэтому хочу показать вам. Вот такой мне понравился гель для стирки от Easy Clean. Я его заказала на Валберес. Для меня эта торговая марка уже знакома, я пользуюсь с удовольствием их шваброй и также пятновыводителем, поэтому смело заказала, тем более отзывов очень много положительных, и не ошиблась с выбором. Могу вам сказать, что его хватает очень надолго. Здесь 5 литров и хватает где-то на 167 стирок. Невысокая цена, надо отметить, за такой объем. И мне нравится, что подходит для машины и ручной стирки. Причем я часто стираю в холодной воде, и этот гель просто отлично вымывается и без разводов, и без пятен темных вещей. Вот, например, хочу постирать вот такую вот куртку. Это детская курточка, конечно, в таких местах, где она пачкается, это рукава, например, грязные. Нужно мне ее отстирать, освежить заодно. И еще хочу детские также брючки отстирать. Не знаю даже, от чего здесь пятна, ничего замачивать не буду. Сразу, как есть, складываю вещи в барабан стиральной машины и буду добавлять гель Easy Clean. Кстати, хочу признаться еще, что я уже давно не пользуюсь
каким-то, знаете, смягчающим средством, кондиционером для белья. Я просто стираю Easy Clean, и все прекрасно, все пушистое, все приятное, не грубые ткани после него, поэтому тоже это огромный плюс. Нужно его совсем немножко. Можно, кстати, его заливать и в барабан сразу стиральной машины, но вот я добавлю в отстег для стирального порошка. Мои вещи постирались и уже высохли. Я готова вам показать результат. Ни единого пятнышка нет на этой детской курточке. Хотя могу вам сказать, что она такая уже хорошо поношенная, но идеальная, идеально чистая и как новая, естественно, сразу смотрится. Но так как в этом геле усиленная формула, то она удаляет все пятна. Эта формула, гель просто супер. Вот посмотрите, ни единого пятнышка на этих брюках. Хотя я даже не знаю, от чего они были. Кстати, еще также я стираю абсолютно все вещи им. И свитера, и светлые вещи, и яркие, цветные. Мне нравится, что гель не съедает, знаете, ткань. Цвет остается, сохраняется после него, какой он и был. Я еще заметила, что после этого геля антистатический эффект есть даже. Вот детские вещи сейчас буду стирать, как обычно, все в пятнах. Не знаю от чего, но дети есть дети, понятно. Поэтому будем стирать сейчас светлые вещи. И, конечно, покажу вам результат. Снова набираю даже меньше, чем в первый раз. Тут объем у меня вещей поменьше. И сюда же снова в отсек для стиральной машины я это все дело выливаю. И, конечно, после стирки вещи у меня просохнут, я готова вам сейчас уже показать результат. Стираю, как всегда, на своей самой быстрой стирке. Я на ней как-то всегда стираю, и вещи у меня просто как новые. Детские рубашки я сушила сразу на вешалке, поэтому, посмотрите, они и выглядят, да, уже сразу презентабельно. Ни единого пятнышка нет. Ну, в принципе, так оно всегда с этим гелем и происходит. Поэтому я с удовольствием вам просто сейчас о нем рассказываю. Полотенца тоже хочу постирать. После этого геля они мягкие, приятные, но тоже, как обычно, есть пятна. Постельное белье тоже с удовольствием стираю. Прям вот нравится, знаете, нравится, что и без пятен, и посвежевшие вещи, белье. Поэтому я просто с удовольствием оставляю для вас артикул на этот гель для стирки от Easy Clean в описании. Под роликом будет и в закрепленном комментарии. Также ссылочку оставлю, обязательно пользуйтесь. Ну а здесь я хочу вам показать свои посвежевшие и чистые уже полотенца. Кстати, сейчас бренд Easy Clean проводит акцию «Призы всем». Вы можете выиграть iPhone, MacBook, 50 годовых наборов бытовой химии и другие призы. Для этого необходимо купить гель для стирки Easy Clean или какую-то другую продукцию, швабру, пятновыводитель, капсулы для стирки или другое до конца ноября. Переходите обязательно по ссылке в описании, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше. От души вам советую этот гель для стирки, сама его уже опробовала и очень довольна. Я уверена, вам тоже понравится. Заказывайте! Готовые завтраки, в данном случае вот такие колечки с ягодным вкусом. 500 грамм в упаковке, 77 рублей. Здесь у нас есть вафли. Смотрите, какие они маленькие. 100 рублей. Это вроде как Артек написано, да? Ну, в общем, пишите, что пробовали. Понравилось вам, что из продуктов здесь. Сахарная вата. Сейчас есть в продаже по 82 рубля. 250 грамм. Еще смотрю, есть трубочки вафельные со вкусом сгущенного молока. 600 грамм, 108 рублей. Еще один вариант вафлей, 600 грамм, сгущенное молоко тоже стоит 100 рублей. И сейчас есть в продаже вот такой тортик. Конечно, состав у него очень далек от идеального, но он вкусный, знаете. 400 грамм с карамельной начинкой и фундуком, 187 рублей. Здесь у нас маршмелло или зефир жевательный, 158 рублей. Тушенку давайте посмотрим. Свинина в данном случае. 500 грамм. Ну вот как-то так выглядит. Жирок вроде сверху есть. Давайте посмотрим в составе, что свинина, жир, лук, соль поваренная, перец черный, лавровый лист. 123 рубля. Кстати, здесь есть еще у нас отметка. Массовая доля кусочков бескостного мяса и субпродуктов не менее 59%. Вот так вот. Пробовали? Нет такую. Какие-то новые конфеты появились в продаже.
вкус праздника. Я смотрю, что там внутри ассорти. Sweet Life. Давайте смотреть. 240 рублей. Это у нас ассорти из конфет номер 3. Не знаю, не могу сказать, не пробовала. Первый раз у нас их привозят. А вот такие вот пробовала. Это набор конфет трюфельные. Очень вкусные конфетки. Там 3 вида трюфеля. И фасовка нормальная. 500 грамм. 157 рублей. Огурцы маринованные. Такие они тут большие. 1500 миллилитров. В стеклянной банке. 131 рубль. Маленькие корнишоны, конечно, тоже сейчас здесь есть. По 106 рублей. А тут что у нас такое красивое? О, перчик. Мы такой с вами не видели еще. Это у нас перец горький, маринованный. 112 рублей. Красиво смотрится. 650 грамм. Так, еще новые конфетки. 500 грамм. Это у нас набор конфет праздничный. 157 рублей. И вот здесь вот у нас еще есть такие кубики из манго и кубики из ананаса. 500 грамм, что там. И цена у них, в принципе, одинаковая. 184 рубля. Сухарики с красной икрой. 27 рублей, 200 грамм. Рядом чипсы из натурального картофеля с соломкой. 37 рублей. Ну уж не знаю, насколько натуральные, но я такие покупала. Интересно было попробовать. Мелкая соломка действительно. Но, знаете, вкусно. Вредно, конечно, но вкусно. Из приправ вижу, что здесь есть суп гороховый. 130 грамм. Также суп харчо, суп рассольник. И все это стоит 50 рублей. Ну, любой, я имею в виду, пакетик, любой вкус. Дрожжи, смотрю, что есть быстродействующие. Какой-то набор. Готовим удобно. Здесь у нас разрыхлитель, ванилин, кокосовая стружка. Лимонная кислота. Теперь давайте посмотрим на цены. Дрожжи 25, набор для выпечки 45 и лимонная кислота 46 рублей. Ну, здесь у нас что-то такое тоже не очень полезное, типа роллтона. Картофельное пюре со вкусом курицы по-домашнему. И вот еще варианты. Ну, а здесь роллтон. Вот они цены. Картофельное пюре в стаканчике 20 рублей. С молоком картофельное пюре 64. И лапша роллтон по 25. Так, а вот это что у нас за лапша яичная? Тоже новенькая. 49 рублей за 700 грамм. Новая кашка, овсяная кашка, моментальная, 45 рублей. Давно мы с вами не были в холодильнике магазина. Давайте посмотрим, что здесь и к чему. Сразу при входе есть у нас сыр с охотничьими колбасками плавленый по 144 рубля. Это без заменителя молочного жира. Рядышком вот такой вот сливочный сыр. Президент 132. Так, кстати, сыр еще есть и гауда. Это сыры богатых у нас. Тоже плавленый получается, да? Вот такой. Давно мы с вами не встречали. Чизбургер 300 грамм. Так, сколько он стоит? Не вижу пока, друзья мои. Рикотта по 150. 500 грамм целых. Дружба 31 рубль. Ну, здесь уже поменьше фасовка. Так, косичка, сыр, капуста морская маринованная по 99 рублей за 500 грамм. Еще тут у нас есть мясо тушеное с картофелем 92 рубля, 250 грамм. Тут нашинка свиная, 455 рублей. Все в вакуумной упаковке. Колбаса какая-то Анком. Мясной продукт категории А, кстати. Колбаса полукопченая говяжья.
Вот она цена, 372 рубля. Рыбка какая-то красивая. Масляная рыба холодного копчения. Смотрите, какие кусочки прям жирненькие. По 348 рублей. 300 грамм фасовка. И горбуша. По 409. Еще новая колбаска рубленная Дымов. Полукопченая, 180, категория А. И вот такую тоже красивую мы с вами не видели, еще не встречали. Это у нас сервелат премиум по 297 рублей. Категория А, фасовка по 650 грамм. Коровина. По мясу, значит, свинина на кости, туши, полутуши. Это идет глубокая заморозка, 190 рублей. Замороженная прям видно. А есть еще по 230. Еще новинка здесь какая-то стоит, так сразу и не поймешь, что это издалека. А это у нас, знаете что, суфле медовое, малина, маракуйя, 350 грамм. А рядышком медовый смузи с лимоном и имбирем, тоже 350 грамм. Ну ничего себе, вот это светофор дает жару. Хочу посмотреть состав, конечно. Мед, суфле, сок маракуйи концентрированный. Вот и все. А здесь у нас... Мед, суфле, малина сушеная, да? А здесь у нас крем-мед, экстракт лимона и экстракт имбиря. Вот так вот, друзья мои. Полезные штучки в светофоре тоже можно встретить. Кофе черная карта. Сейчас здесь есть в продаже. Большая банка, 190 грамм сразу. И 297 рублей. Здесь кофе 3 в одном. Целый килограмм, 236 рублей. А сколько же пакетиков? 50, вижу. Так, далее, натуральный цикорий, порошкообразный, без кофеина, конечно. 42 рубля, 150 грамм. И еще есть цикорий вот такого плана. Но он тоже такой же порошкообразный. 300 грамм фасовка, 84 рубля. Горячий шоколад по 94 рубля 500 грамм. Смотрите, какой к нам привезли грецкий орех. Сразу в скорлупе он. 308 рублей килограмм. По 333 рубля миндаль. Смотрите, какой крупный, хороший. Не грязный, все как и должно быть. 500 грамм. Кстати, фундук тоже есть, также фасовка 500 грамм, 345 рублей. А рядышком у нас фисташки по 491 рублю. Вот они. В продаже есть хурма, 104 рубля за 1 килограмм. Хурма сезонная. Еще какие-то вкусняшки к чаю. В шоколаде печенюшки с орехами, но еще не вижу, сколько даже они стоят. Нет цены. Большой выбор соков. Смотрите, Иваныч яблоко 85 рублей, литр 930 миллилитров. Так, даже не 2 литра. А вот здесь вот уже как раз таки 2 литра. И вкусы разные. Есть мультифрукт, есть груша. 98 рублей. Тут у нас яблочный по 208, 3 литра. Маленькие соки с трубочкой, которые детские, тоже есть в продаже. Мультифрукт, яблоко. И они у нас по 12 рублей здесь. Это получается по 200 миллилитров. Пюрешки, которые детские. Яблоко, черника и клубника по 20 рублей. И еще есть вот такие детские печенюшки. Когда я вырасту, называется злаковая с кальцием по 67 рублей 270 грамм. На сегодня свой обзор я буду заканчивать. Большое спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Всем пока!